Друзья, всем привет! И сегодня я хочу поговорить о том, что курс рубля, и не только курс рубля, но и много других валют, а также и криптовалют, падают в цене. Все из-за того, что нефть у нас тоже летит вниз. И из-за этого хочется, получается, зафиксировать свой баланс в Steam, в каких-то инвестициях, чтобы, соответственно, не лететь вниз вместе со всем этим рынком. Поэтому было решено инвестировать сейчас лично мною в операцию и во что-то еще, чтобы сохранить свой баланс на том уровне, который он есть сейчас, а может быть даже его и приумножить. Ну и само собой, я не дожидаюсь конца операции, вложу сейчас в оперативников, вложу сейчас в наклейки с операции и возможно во что-то еще с помощью таблицы. То есть я выберу просто Steam автопокупку, Steam обычные во втором сервисе. В дополнительных фильтрах я не забуду поставить какой-то спрос на Стиме, например, 55. И буду ориентироваться по тому, что мне предлагает табличка, и выбирать наиболее лучшие предложения для вложения своих средств. Соответственно, я буду покупать вещи, скорее всего, по автобаям, и уже дождаться, соответственно, роста тех или иных шмоток. Курс рубля изменился уже на 10%. Соответственно, Steam в ближайшие дни на это тоже также отреагирует. Поэтому я медлить не хочу. Ну, а что делать вам, решать, конечно же, сугубо вам. Я просто высказал то, что планирую сделать сам. А на этом у меня все. Всем удачи в трейде, хороших инвестиций и до встречи.